там островом, у нас там знакомые есть, и сказали, что там теракт произошел, мы сразу включили телевизор, посмотрели. Ну, у меня совесть есть, как-то надо людям посочувствовать, мы уже понимаем, что ничего хорошего нет, когда гибнут люди, особенно дети, мало там. Это самое ценное, что у нас есть в этом мире, надо их беречь, и это, конечно, ужасно. Хотел сходить, когда тоже самолет разбился, но это не было времени. Это, наверное, за все вместе, за Санкт-Петербург, за самолет, за то, что люди... Ну, нельзя передать слов. Я как-то не могу без этого так пройти без слов и пройти мимо и плюнуть на это. Все-таки, как бы, Россия наш друг, сосед. И я очень рад, что тоже я подошел, не один был, и вас встретил. Очень приятно. Спасибо большое.